Всем привет, это Джон из Сингапура. Today мы будем говорить о Jewel. Это водопад в аэропорту Сингапур. Находится напротив первого терминала, соответственно, после паспортного контроля. То есть первое, что вы должны сделать после паспортного дохода, паспортного контроля, собственно, отправиться посмотреть водопад, либо приезжайте на пару часов раньше перед вылетом. Соответственно, сдали вещи, получили билеты и до того, как вы пошли таможню. Это огромный, очень красивый водопад, который работает 24 часа. Вот, 7 дней в неделю. Ну, конечно же, большая часть магазинов работает с 10 до 10. Вот, я был там только вот сегодня. Это очень легко найти. Там только одна сторона движения, то есть не потеряться. Там везде указатели. Вот. Ну, и, конечно, вид потрясающий. Вот. Гораздо меньше, наверное, чем обычно. Всем привет, это я. Вот. Ну и, собственно, это первый терминал. Вот, то есть напротив первого терминала. Можно пешком дойти до второго за несколько минут. То есть он прям похож на жемчужину, на огромную стеклянную. Вот, ну, все на этом спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Вот, и хорошего вам дня.